Искусство тхэквондо Маша Пилипенко начала познавать еще в 6. С тех пор жизнь девочки, строгий рацион, постоянный контроль и упорные тренировки. Все усилия не напрасны. Ее главная награда – золотая медаль чемпионата мира 2021. Я благодарна своему тренеру, который тренировал меня с такого маленького возраста, прошел со мной эти этапы. И несмотря на проигрыши на международных турнирах, мы пошли дальше, и у нас все получилось. Победа Марии Пилипенко не единственная. На чемпионате, который проходил в Минске, сборная Беларуси завоевала еще 3 медали – серебро и 2 бронзы. Все – заслуга бобруйчан. Следом в столице состоялся Кубок мира по тхэквондо. Сборная Беларусь заняла второе общекомандное место, и основной костяк – это Бобруйск. 42 медали – 13 золотых, 14 серебряных, 15 бронзовых наград. То есть второе общекомандное место уступили только сборной Казахстана. Бобруйская федерация тхэквондо существует с 2010-го. Победы на чемпионате и Кубке мира – самый лучший результат за весь период. Воспитанники ежегодно посещают до 30 соревнований. Для многих ребят единоборство – не просто спорт, а жизненный уклад. Тхэквондо – корейское искусство самообороны без оружия. Самое важное в нем – внутренняя составляющая. Обязательная часть занятия – тренировка духа. На Гагарина 10 готовы принять всех, кто хочет связать свою жизнь с тхэквондо. В этом году появилась группа и для малышей от 3 до 5. Самым старшим спортсменам 20. Для начала понадобится форма, защита и, конечно, крепкая сила воли. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.